В мире существуют профессии, о которых многие люди даже не подозревают. Стропольщик – специалист узкого профиля, ответственный за перемещение грузов и надежное их крепление. Наша работа связана с опасными производственными объектами. Занимаемся перемещением различных материалов и крупных габаритных грузов. Правильная подборка строп в соответствии с техническими характеристиками, особенностями груза и его составных элементов, придание ему правильного положения, обеспечение надежного крепления, контроль и корректировка действий крановщика, подбор оптимальной высоты подъема. Это является самым важным при выполнении работ стропольщика. Качественное выполнение погрузки зависит от квалификации стропольщика, его разряда. Он должен обладать специальными знаниями и навыками. Малейшая ошибка, допущенная на любом из этапов погрузки, нарушение технологического процесса, может привести к разрыву строп, порче оборудования, падению крана и человеческим жертвам. Соблюдение охраны труда и правил безопасности сохраняет нам жизнь и здоровье. Выбор и подготовка площади для выполнения погрузо-разгрузочных работ, установки крана должны соответствовать нормам технологических карт. Производство работ всегда происходит в команде с крановщиком и другими стропольщиками, что требует четкого взаимодействия между собой и слаженности действий. Погрузка осуществляется как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках, при любых, даже самых суровых погодных условиях. Поставка материалов, оборудования, трубной продукции должна быть выполнена своевременно и в полном объеме.